жизнь монашеская, это вообще в роли церкви, это, можно сказать, конечно, является фундаментом сам Христос, а это как будто такая стройка дальше, которая идет. И вот я хочу, конечно, поблагодарить всех монашествующих, монахинь, братьев, разных орденов за то, что они такую лепту, большой вклад вкладывают в спасение человека, людей, всех наций. Этот год посвящен именно их жизни. Вот я желаю, чтобы эти ордена, которые работают и в моей епархии, во всем мире, они шли четко харизмой своего основателя или основательницы. Потому что уже столько лет эти ордена, и вот посмотрите, что они действуют не только в России, но во всем мире. И желаю много призваний святых добрых, и чтобы этих, которых Бог зовет, они не сходили с этой дороги, а вот именно еще, несмотря на всякие препятствия, чтобы они, углубляя веру, и видели в каждом человеке облик Иисуса Христа, Спасителя нашего. Всего доброго. Пусть Господь благословляет всем.